Кировск примостился на коленях старых невысоких гор Хибин. В каждом из растущих поколений зреет мысль добраться до вершин. Это отрывок из стихотворения Ольги Составкиной, которая стала участницей интернет-конкурса от народного телевидения. Также в любви своему городу в стихах уже признались Ольга Олейник и бывший глава Кировска Михаил Горбачев. Александр Яналеев участвует сразу в двух номинациях – фото и видео. Трогательный видеоролик об апатитах прислала Ольга Степанова. Мы напоминаем, что помимо фото, стихов и видео на конкурс можно представлять рисунки и поделки. Главное – отразить тему признания в любви. Картины и другие творческие работы также необходимо сфотографировать и прислать по адресу электронной почты, который на ваших экранах. Не забывайте указывать город, возраст и номер телефона. Признайся в любви своему городу и получи приз. Итоги подведем в юбилейные дни.